Днем 7 марта в районе дома номер 88 на улице Металлурга в Туле произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer и Suzuki SX4. По словам участников автоаварии, девушка на Mitsubishi выезжала с прилегающей территории и не пропустила Suzuki, который двигался в направлении улицы Лыжевой. В результате ДТП незначительно пострадала автоледи, девушка отказалась от медицинской помощи.